День тех, кто делает нашу жизнь творческой и интересной, живописной и музыкальной. 25 марта свой профессиональный праздник отметят работники культуры. По этому поводу в четверг наиболее отличившихся деятелей искусства региона собрали в областной филармонии. Сегодня мы чествуем всех, кто помогает нам приобщиться к бесценному культурному наследию нашей страны и нашего региона. Сотрудников библиотек и музеев, домов культуры, педагогов школ искусств и колледжей, представителей других творческих профессий. Своим трудом и талантом вы привносите в нашу жизнь красоту, вдохновение, радость, наполняете ее новыми смыслами. Обычно их награды – любовь преданного зрителя. Но на этот раз заслуги оценило и руководство региона. Александру Серкову не впервой подниматься на сцену. Но обычно это его родной Ивановский музыкальный театр. Солист, ведущий мастер сцены, теперь удостоен звания «почетный работник культуры». Связать свою жизнь с театром Александр мечтал с детства. После обучения и службы в армии судьба привела его в Мустеатр. Здесь он уже почти 27 лет. Коллеги рассказывают, нет человека, который так серьезно относился бы к своей работе. Он ищет новые какие-то решения роли, он придумывает какие-то себе внешние образы, внутренние образы. И в этом плане, конечно, как актер, он интересен не только зрителю, да, но и постановщику. Он человек ответственный, хорошо работает, всегда все знает и, конечно, имея троих детей, я вообще в восторге от него. На сцене он очень отзывчивый, очень, я его считаю, порядочным человеком. Но все, что самое хорошее можно сказать об артисте, не только об артисте, как о человеке. Залог успеха любой музыкальной постановки – талантливые вокалисты. Голос Александра Серкова в комментариях не нуждается. Сам артист признается, за эти годы театр стал для него большим, чем просто работа. Театр – это дом. Вот, а труппа и коллектив – это семья единая, естественно, потому что живем все одними интересами, переживаем все одни и те же чувства, вместе переживаем успех, вместе переживаем неудачи, если они бывают. Ну, у нас, как правило, больше успехов. Успехов впереди еще немало. Поздравляя с профессиональным праздником работников культуры, принято желать им вдохновения, чтобы они продолжали восхищать нас своим талантом. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.